Приветствую. Поговорим о брюнетках. Если ваша брюнетка носит носки, то она модная. А у меня как раз есть носки для модной брюнетки. Если вы хотите сделать счастье вашей брюнетке, то отправьте мне свой номер телефона, и я сделаю к вам звонок. Как говорил мой дедушка, жизнь без брюнетки как чай без конфетки. Говорят, что есть два способа командовать брюнеткой, но никто их не знает. Брюнетки их держат в строжайшей тайне. Брюнетки, не блондинки. Они умные. А вы знаете, когда носки надо стирать? Если нет, то я вам подскажу. Если вы ощущаете дискомфорт от того, что надели носок не на ту ногу, то он готов к стирке. Если во время эксплуатации вы услышите легкое похрустывание, то время постирать носки. Поднесите носки к лицу на расстоянии 10-15 сантиметров и глубоко вдохните. Если почувствуете легкое головокружение, то носки можно носить еще 3-4 дня. Чтобы носки не съела моль, их лучше не снимать вообще. А если снимать, то незаметно и тихо, когда моль спит или справляет нужду. У носков есть уникальные свойства. Этим носочкам не завидуют подруги. Эти носочки можно даже не гладить. Но если вы все же решили их погладить, они прилипли к утюгу. Остатки носков с утюга легко удаляются наждаком. Надев эти носочки, вы получаете плюс 6 к превосходству и плюс 8 к красоте. Эффект усиливается, если надеть 2 или 3 пары носочков одновременно. Чтобы сделать заказ, свайпните вверх. Мойте руки с мылом. Чао.